В Международный день семьи 15 мая в Небольшом театре состоялось открытие первого международного театрального фестиваля спектаклей для всей семьи «Вместе». Первыми на сцене Ульяновского ТЮЗа выступили актеры театра драмы и комедии «Фест» из города Мытищи. Они представили спектакль «Суббота каждый день» по повести Пауля Маара, который стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Арлекин». Сегодня здесь собрались самые лучшие театры России и зарубежья. И здесь и лауреаты «Золотой маски», и лауреаты премии «Арлекин», лучшие спектакли России. И вот эти театральные коллективы привезли ульяновскому зрителю самое лучшее театральное искусство. И мы хотим вместе подарить нашим зрителям театральный праздник. Сразу после церемонии открытия фестиваля Севастопольский театр юного зрителя показал спектакль «Элегию Ася» по повести Ивана Тургенева. Да, мы впервые здесь, но мы уже 2 года знакомы с Небольшим театром. В рамках больших гастролей они приезжали к нам в 2017 году, потом были участниками нашего фестиваля в Севастополе. И вот мы впервые с ответным визитом в городе Ульяновске. Программа фестиваля обширная. Зрители смогут познакомиться с достижениями российского и зарубежного театрального искусства для детей и молодежи. В фестивале участвуют профессиональные театры из Москвы, Севастополя, Барнаула, Кемерово, Софии, Болгария, Цхинвала, Южной Осетии и других регионов. Фестиваль продлится до конца недели. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.